Ну що, народ, всім привіт. Сьогодні хочу підняти одну з найважливіших тем, по якій мені пишуть коментарі мої підписники. Як я втік з України. І ображають мене, кажуть, що я зрадник, що я там якийсь не такий чоловік, як усі, не хочу захищати свою родину, що їдь на фронт і так далі, і тому подібне. Сьогодні ви всі отримаєте питання на це питання. Відповіді на це питання. З вашої розрішення я переключусь на харківську мову, харківську, підкреслюю, харківську мову, тому що я з Харкова і мені простіше розмовляти на харківському язику. От. Поэтому отвечаю вам на вопрос, як я убежал із України. Где-то приблизительно год, больше года назад, года полтора, я жил в Полтаве со своими друзьями. Вот, моя семья, жена и двое детей переехали в Германию еще в начале полномасштабного вторжения. Это был февраль месяц. Вот, и мы, собственно, там вот жили в Полтаве, как бы я никуда не собирался ехать, буду с вами откровенен. Я просто знал, что меня не выпустят, я как бы, ну, здоровый парень, да, вроде бы как вот. И я был уверен, что у меня нет никаких болезней, меня никуда не выпустят, и что я полностью придатный, но в военкомат я не ходил, потому что, ну, я не хочу, во-первых, у меня нет опыта во всем этом, да, а во-вторых, я не хочу попасть на фронт и в первый же день, чтобы там прилетела ракета и все. Я хочу быть со своей семьей, я хочу жить, и я хочу быть со своей семьей. Я не хочу идти на верную смерть без опыта. Даже те ребята, которые сейчас там воюют, с опытом погибают. А что можем мы, люди без опыта, которых просто отправляют туда как пушечное мясо? Но я не хочу быть пушечным мясом. Говорю вам правду. Вот, поэтому я как бы и не стремился ехать на фронт куда-то там. Вот, ну и соответственно, вот жили мы Полтаве, все было в порядке, и в один прекрасный момент, когда я принимал ванну, вот, то есть мы моешь голову, да, вот стоишь и как бы отклоняешься назад, чтобы помыть себе голову, и я почувствовал резкую боль, резкий прострел от поясничного отдела в левую ногу, прям как током шибануло. До этого как бы у меня были проблемы со спиной, да, но чтобы вот именно конкретно вот так вот, такого не было. Да, я до этого работал на тяжелой работе, она связана с отправлением посылок была по инструменту, скажем так, тяжелому, то есть тяжелые посылки были там и по 20, и по 30, и по 40, и по 50, и даже более килограмм, и приходилось их таскать, ну, понятное дело, там посылки по 60 килограмм я не таскал, потому что я бы там и остался. Но вот в пределах этого, на предельных своих возможностях я работал. Да. О чем сейчас жалею, что именно в тот момент, в те годы, когда я таскал эти посылки, я, собственно, и повредил спину. А вот после полномасштабного вторжения, когда паника, лифты не работают, и ты не знаешь, куда тебе бежать, и ты из многоэтажки бегаешь вверх-вниз, спускаешься с этими пакетами, потом поднимаешься, переезжаешь в другие города, там то же самое. Ну, короче, это была жесть.
Вот, и, скорее всего, из-за этого вот оно и дало какой-то последний толчок для моей спины, и вот я прочувствовал этот резкий прострел. Вот, ну, собственно, сначала пошел я в Полтаве, да, к врачу, мне там сделали МРТ, и обнаружили, что у меня грыжа, есть три степени грыжи, даже четыре, маленькая, средняя, большая и огромная. Вот у меня огромная грыжа. Она была диаметром 15 сантиметров. Ну, сами себе можете представить, да, что это за грыжа. Ну и, собственно, вот после этого я поехал в Харьков, обратился к травматологу, в травматологию. Вот там знакомая посоветовала хорошего врача, там тоже делал он подобную операцию. И все вроде живы-здоровы, да, никто не жалуются по этому поводу. Вот, поэтому я пошел к этому врачу. Вот, еще раз сделали мне МРТ уже там на месте, хотя я не знаю к чему, но окей. Рентген передняя и как бы, ну, боковой, да, просвет сделали, посмотрели, вот, и он мне сказал, что у тебя есть как бы два варианта. Первое, мы тебе вырезаем грыжу без вот этих вот штифтов, да, вот. Но тогда неизвестно, через какое время она у тебя может вылезти на том же месте. Я знаю, сейчас тут будет огромное количество экспертов у меня в комментариях, будут писать, что да ничего у тебя там не вылезло, да ты специально там эти штифты поставил. Послушайте, я думаю, что врач, он как бы, ну, лучше, да, знает, что будет и что не будет. Тем более, если ты на одном месте вырезаешь грыжу, как я почитал еще в интернете, вот, то, скорее всего, с большой вероятностью, если ты поднимешь опять какой-то тяжелый вес, а ты со временем забываешь, что у тебя уже что-то болит. Вот. И, собственно, может вылезти, да, еще одна грыжа конкретно на том месте, и еще больше, и еще будут хуже последствия. И плюс у меня там на снимке было видно, что у меня смещение позвонков, которые, получается, они вот стирают вот этот вот межпозвоночный диск. И в любом случае, рано или поздно было бы хуже. Поэтому я принял решение ставить вот эти вот винты себе в спину. 6 винтов у меня стоит в спине. Как выглядят эти винты, вы можете посмотреть на главной странице вот этого канала. Там я уже записывал видео и показывал картинки, как это все выглядит. Вот, и рассказывал. Поэтому было принято решение ставить эти винты. Ну, собственно, после этого как бы и началась подготовка. Это приехал я к врачу, наверное, в феврале. В феврале 23-го года. В феврале 23-го года. Вот, собирал деньги, потому что операция не дешевая, это вот там были предложены 4 варианта этих винтов, вернее, производителей: китайские, американские, немецкие и, по-моему, французские или какие-то такие. В общем, китайские самые дешевые, и китайские стоят также у моего хирурга, который меня оперировал, да, вот, поэтому я как бы, ну, и не сомневался, что вот, поэтому решил заказать именно китайские эти винты. Вот, соответственно, все, в конце апреля мне сделали операцию, я был на реабилитации, потом я узнал, что я могу получить инвалидность после этой операции, потому что я, в принципе, не я могу передвигаться, но я не могу абсолютно никакие тяжести поднимать. Чуть-чуть я поднимаю, там больше 3-4 килограмм, все, у меня начинает болеть спина. И по сей день у меня вот то же самое. То есть
Да, но чуть-чуть лучше, конечно, чем после операции, но тем не менее спину сорвать просто вот так вот. Элементарно, просто элементарно. Что-то не какое-то неправильное движение, неправильно что-то поднял, все, у тебя на следующий день болит спина, и болеть она у тебя будет примерно недели, наверное, две, а то и три, пока это все дело у тебя обратно не заживет. Я не знаю, там то ли там мышцы еще слабые, то ли что, но просто вот реально оно больно, короче, больно, реально больно. Вот, ну и собственно вот сделал я операцию, оформил инвалидность себе и вот спокойно выехал на машине к своей семье. Нежданно-негаданно, я это не планировал, у меня не было такой цели как бы себе резать позвоночник специально для того, чтобы выехать, да, это там другие там идут на какие-то жертвы. Нет, у меня такого желания, скажем так, не было. Просто вот, ну, судьба вот так вот подвернулась, ничего с этим, как бы, ну, не сделаешь. А если судьба тебе дает шанс, то, как бы, ну, почему его не использовать, правильно? Вот, если в любом случае нужно было делать эту операцию и ставить штифты, и лучше это сделать раньше, чем позже, потому что дальше было бы хуже, то, ну, сделал уже, ну, если есть возможность выехать, попасть к своей семье, которую я не видел 2 года, то почему бы не выехать, вот, и не жить с семьей. В данный момент я хожу на курсы, получается, с марта месяца, вот, в конце марта у меня экзамен, после этого экзамена я надеюсь, что я успешно сдам экзамен, потому что я стараюсь, я учусь. Кстати, вот сейчас тоже нужно уже поучиться, потому что через 1,5 часа нужно идти на курсы. А я еще слова не учил. Говорю, учусь, а сам слова не учил. Вот, ну и, собственно, вот как бы я здесь. Я не предатель Родины. Как вы там разными словами обзываете таких мужиков, которые сбежали с Украины. Я не сбегал с Украины, я официально выехал. У меня есть официальный штамп в паспорте на польской границе. Я все делал официально по закону. И никаких обходных путей. У меня цели не было маневрировать, скажем так. Поэтому как есть, так есть. Вот. Теперь вы знаете всю историю о том, как я сбежал из Украины. Надеюсь, теперь всем все стало понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Хейтерам огромный респект. Всех хейтеров я блокирую. Только попробуйте написать какую-то гадость, вот, которую не пропускает YouTube. Сразу же всех буду вот блокировать. Потому что я хочу, чтобы у меня была адекватная аудитория, которая здравомысляще думает, а не всякие там диванные эксперты, которые любят обсирать это все дело в комментариях. Вот. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем огромной удачи, счастья, здоровья. Не болейте, берегите свою спину, потому что спина это самое, одно из самых ценных, что у тебя есть, как бы, вот. От нее все зависит. И что, подписывайтесь на канал. Все, всем удачи, всех обнял, всем пока.